Въезд закроют. В скором времени около автосалона на улице Мира появится пропускной пункт. О таком решении сообщили сегодня во Владимирском госуниверситете. Именно на университетской земле стоит этот шинный центр. Дело в том, что университет когда-то сотрудничал с предпринимателями. С 2006 года сдавал им землю в аренду почти за 1,5 миллиона рублей в год. Но в 2011 срок аренды закончился, и дальше учебное заведение продлевать его не стало. Уже 4 года в ЛГУ пытается освободить территорию от предпринимателей. Есть решение суда, которое не исполняется на протяжении нескольких лет. К сожалению, у университета нет полномочий самостоятельно произвести освобождение площадки. Не главный пристав области по этому вопросу пояснял. Ну и фактически подтвердил, ну скажем так, невозможность, наверное, службы приставов в настоящее время как-то это решение исполнить. Приставы ссылаются на то, что демонтаж конструкции отнимет больше 4 миллионов рублей. А таких денег нет. Ситуацию усложняют и сами собственники. Они в этом центре постоянно меняются. Между тем, у ВЛГУ на эту территорию свои планы. Там университет хочет построить спортплощадку. Ну а пока приставы к работе не приступили, университет закрывает въезд. В ближайшие 2 недели дорогу к предпринимателям перекроют цепочкой или шлагбаумом. Появится здесь и пост с охранником. Университет сегодня сообщил, что из своих намерений секреты не делает. Мы переговоров-то не ведем. Мы в данный момент уведомили всех субъектов, предпринимателей. Там несколько индивидуальных предпринимателей находится и, по-моему, 1 или 2 общества с ограниченной ответственностью. Потому что там кто-то, там автомойка есть. Кто-то занимается там продажей автомобилей, это все разные субъекты. Мы всех, которых сумели обнаружить, их уведомили.